Добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости дня». И сегодня в нашем выпуске. Чистая и вкусная вода. В поселке 31 октября будет станция обезжелезивания. Проект готов. Инвесторы уже договора все подписали. Буквально на днях обещают финансирование. Путаница с телеканалами. Все, что вам нужно, настроить телевизор. Автонастройку вы должны делать сами, потому что сотрудники нашего предприятия не имеют права входить в квартиру. За успехи в учебе и победы в спорте. 27 клинских школьников – стипендиаты губернатора. Эмоции, ну, наверное, благодарность прежде всего и губернатору, и прежде всего тем, кто мне больше всего помог – это мои родители и мои учителя. И жизнь дана на добрые дела. Продолжаем серию репортажей о клинских меценатах. Это какой-то психологический, духовный фактор, да, который влияет на саморазвитие.